вот такой вот люфт. Так, отмечу несколько важных моментов. Справа и слева шаровые опоры у нас полностью одинаковые. Второй момент. Шаровые опоры обязательно необходимо менять обе, то бишь и справа, и слева. Если у вас, к примеру, вышла из строя только правая, то не поленитесь и поменяйте левую тоже. Дальше. Еще один важный момент. В комплекте с шаровой опорой должны быть болты. 3 болта с гайками. Потому что если вы первый раз меняете опору, и она у вас еще заводская, тогда у вас она будет крепиться на заклепках. И вам придется высверливать и затем заменять их болтами. Следующий момент. Прочность болтов. Прочность болта 10,9. В момент их затяжки 100 ньютон-метров. Почему необходимо менять обе опоры? Дело даже не в том, что обе опоры, а необходимо менять обе опоры, и чтобы они были одного и того же производителя. К примеру, вы поменяли только одну опору, то может случиться так, что у вас руль станет криво, то бишь автомобиль едет прямо, а руль у вас немножко повернут, либо вправо, либо влево. Поэтому необходимо менять обе опоры в комплекте. Итак, друзья, чтобы заменить шаровую, нам необходимо выкрутить 3 болта. Раз, два, три от рычага. И затем нам необходимо выкрутить 1 болт крепления самой шаровой. И извлекаем шаровую. Если у вас шаровая еще родная, то у вас вот этих вот болтов не будет. У вас все будет на клепках. Поэтому вам необходимо будет либо менять в сборе рычаг с шаровой, либо высверливать и затем устанавливать болты с новой шаровой. Ключи на 17, что гайка, что болт. Здесь головка на 14. На этом все, друзья. Надеюсь, видео будет кому-то полезным. Всем мира, ровных дорог и до следующих видео.